сложно, просто роман сделал 75% чтобы он перевоплотился. Перевоплощается. Получается два раза. Подъемник это перевоплощается. От сила разума это огонь. Самый сложный вариант. Здесь будет призывать теней. Выбираем ту, которая кастует. И дальше просто бьем, продолжаем бить из-за бьем. При этом бьем банк. Ну что, скиллы здесь падают. Вот это ключевое, прикинь. В принципе, он один раз должен к ней призывать, если на первом этапе он перевоплощается. Он будет перевоплощаться еще раз. Так, за время, ну все, перевоплощается. То есть 4 секунды просто подождать. Но вот это самый сложный этап. Дальше все просто. Особо противник. Выводим на центр. Кому как угодно. И стоим перед ним. Вот отправленная память. Есть после нее всегда идет волна выдвинения, которую надо обязательно убегать, потому что очень хорошо. Просто за спину переходим и все. Самый быстрый, сколько я проходил, это оставалось 15.58. Пока мы самый быстрый проходим. 15 минут 58 секунд. Ну все, всем спасибо за внимание.